Ширина полос на улице Свободы изменилась. Теперь из трех полос одну отдали под платную парковку, а на оставшихся двух и предлагают ютиться водителям. Вот только если раньше потоков машин было несколько, то теперь он один. По старой привычке водители из одной полосы сделали две. Теперь, чтобы повернуть налево, им приходится нарушать правила дорожного движения и заезжать на встречную полосу. Если водитель будет поворачивать налево, что очень нелегко сделать на этом перекрестке, то остальным участникам движения остается только ждать. Однако все отметили, что после ремонта дорога преобразилась. Чего не скажешь про улицу Чкалова, одну из самых многострадальных, как про нее говорят рязанцы. Долгое время дорога была на гарантии после ремонта, однако к работам тут не приступали. Трасса была в ямах и кочках. Но все же дорожные работы добрались и до этой улицы. Вот только с последнего ремонта, по словам местных жителей, прошло не меньше месяца, а работы, кажется, не закончены. На улице Чкалова ситуация еще интереснее. Здесь водителям приходится лавировать между канализационными люками, которые возвышаются над дорогой на несколько сантиметров. По информации мэрии, на улице Чкалова ремонту подлежит 445 метров. Неизвестно, продолжатся ли работы или дорогу оставят в таком виде. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».